Приветствуем вас на канале Jazz Moto. У нас сегодня очередной статичный весьма выпуск про экипировку. Сегодня мы будем говорить, наверное, по второй по важности вещи после шлема. Когда вы покупаете байк, ни у кого не возникает сомнений, что нужен обязательно шлем. Кто-то сразу начинает думать о каких-то черепахах, но я вам скажу точно. Следующее, что вам стоило бы приобрести, это мотоботы. Итак, внимание, вставка, реклама, мотобот. Так, погнали, реклама. Вот это Yamaha YZ сделала. Это я недавно на питбайке на своем саданулся, ожог. Вот это не помню уже что. И вот тут отметины, это тоже я у кого-то брал постантить байк. В общем, как-то так. Вот, собственно говоря, что бывает, когда вы идете кататься без ботинок. Причем я, на самом деле, ответственно отношусь к экипировке. Она у меня есть. Но всегда это получается, знаете, из серии «А, мне сейчас 5 минут доехать туда-обратно, быстро, все, ничего со мной не будет, 100%». Вот бах, и вот такие узоры на ногах потом у вас остаются. Если вы не хотите получать узоры на ногах, это еще ладно, это мелочи, а не дай бог подвернуть как-то или еще хуже что-нибудь себе сломать, друзья мои, то даже самые бюджетные ботинки вас уберегут от такой неприятной вещи. Так что сегодня мы поговорим о ботинках. От и до. Начнем, естественно, от бюджетных моделей к средним и к самым топовым для уже профессиональных осмысленных райдеров. Погнали! Ну, начнем мы, естественно, с тех ботинок, которые вы, предположим, покупаете себе в качестве первых или просто пришли там покупать первый байк. Вам наши менеджеры объясняют, что нужно одеваться. Вы, слава богу, с этим соглашаетесь. И что купить? Я, наверное, так скажу. Лучший враг хорошего и нет предела совершенства. Тут можно все вот это вот вставлять. Можно купить и мотоботы по цене питбайка вашего первого, но вдруг вам не зайдет, хотя я уверен, что вам понравится. Можно на первые ботинки не сильно потратиться, например, если у вас, допустим, ужатый бюджет. Есть базовые модели от очень многих производителей, то есть это все, грубо говоря, ботинки от одного класса. Ценовая политика у нас в этой категории, наверное, от 15 до 30 тысяч включительно. Это зависит от производителя, от аппетитов там, бренда и так далее. Но смысл у них у всех один и тот же. Вот, например, возьмем Starezi. Starezi — это у нас Milano. Обыкновенный мотобот. 4 застежки, нога ваша в нем будет жестко зафиксирована. Она, конечно, может согнуться где-нибудь в голеностопе, туда, куда не надо. Но, поверьте мне, это намного лучше, чем кататься в кедах или в берцах. У него очень крепкие мыса, очень твердая подошва. Это удобно, если вы катаетесь долго в стойке, потому что в обычных кедах у вас очень быстро заболят ноги. Он высокий практически по колено, то есть вся нога до колена у вас уже автоматически прикрыта и защищена мотоботами. По визуальной составляющей, я вам так скажу, вот одна модель. Вот, допустим, Acerbis X-Rays. Это по классу защищенности те же самые ботинки. Визуал немножко меняется. Вот здесь, видите, металлическая набойка. Есть такие же ботинки от компании Starezi. То есть это Starezi, это, если что, это самые бюджетные у нас в магазине. Кому интересно, будет цена в телеграм-канале. В качестве первых ботинок я считаю идеально. По брендам, по цветам, по моделям. В Jazz Moto есть огромный выбор. Все бюджетные ботинки мы бы сюда не выставили ни в коем случае. У нас бы стол бы просто рухнул. Поэтому лучше приехать, увидеть, подобрать и купить. Едем к ботинкам среднего класса. В кадре у нас появляются ботинки среднего сегмента. Если кто не понял, мы говорили про бюджетные до этого. Они всем хороши, как ваши первые ботинки. В них однозначно безопаснее и удобнее, чем без них. Но есть один момент. Все-таки они могут сделать вот так. Понимаете, да? А это сустав, это голеностоп, и это, друзья мои, дорого. В любом случае дорого, дорого лечить, со сломанной ногой не получится ходить на работу, грусть, печаль. Поэтому для тех, кто уже более серьезно начинает заниматься эндуро, кросс тематикой, вот этим всем, кто уже начинает рисковать, забираться в какие-то горки, иногда падать, не дай бог, есть смысл присмотреться хотя бы к ботинкам среднего сегмента. Что это такое? Относительно предыдущих у нас глобально ничего не меняется, но добавляется у каждого бренда, вот это, кстати, из бюджетных перекочевала моделька, у всех добавляется один нюанс. Добавляется шарнир на голеностопе, который
Я не скажу, что это панацея и что вы никогда ногу в них не сломаете. Нет, но он значительно усложняет процесс сгибания. То есть это уже, ну, согнуть, я не скажу, что нереально, но сильно-сильно сложнее. В эту категорию у нас достаточно много можно отнести моделей, тоже всех выставлять не будем. Пожалуй, самые громкие можно озвучить, это, естественно, Гаерны у нас SG-10. Самые популярные, наверное, это Lead 4.5, потому что они практически всегда в наличии, вся размерная линейка и очень много цветовых решений. То есть можно подобрать под любой байк, под любую экипировку, там, под любой шлем, все, что вам нравится. И внезапно затесался Acerbis, который я даже презентовал вам вместе с бюджетными ботинками, но нет. Здесь есть очень-очень простой, но также шарнирчик, который, ну, предотвращает сгибание вашего голеностопа в сторону, куда ему не нужно. Поэтому я считаю, что вот такие ботинки стоит приобретать или если вы сразу намерены жестить, то есть покупаете байк, у нас такие клиенты есть, которые говорят, я буду жестить, пожалуйста, сразу покупайте вот такие. Или если вы уже... Держи вора! Или если вы уже покатались и понимаете, что да, это ваше, вы серьезно начинаете увлекаться, тренироваться, участвовать, может, в соревнованиях, однозначно от бюджетных переходите хотя бы к среднячкам. А теперь мы посмотрим самые мощные, самые прочные, ну, естественно, самые дорогие. Да, забыл сказать, наверное, ботинки этого класса будут стоить вам, обойдутся вам от 30 до 40-45 тысяч. Конкретно вот эти модели SG-10, Lead 4.5, Acerbis X-Race. Цены на них вы увидите в телеграм-канале Jazzmoto. Показываем самый топчик. Вот мы и добрались до самых небожителей, до, так сказать, самых технологичных, самых безопасных, ну и, конечно, самых дорогих ботинок, которые вы можете приобрести в замечательном магазине Jazzmoto. Эти модельки уже, конечно, будут интересны людям, которые профессионально решили заниматься мотоспортом, где есть серьезный риск повредиться. То есть в этих ботинках безопасности отведено очень-очень много. И также здесь качество исполнения и фурнитура, болты. То есть, если хотите, вот, допустим, вот эти Гаерны SG-22. Во-первых, они не гнутся вообще никуда. Здесь, так же, как и во всех вот этих моделях, сейчас мы их в руках все подержим, есть ограничения по... вот, я даже не могу показать вам, друзья мои. В общем, вы ногу можете подвернуть влево-вправо, а еще можете ее немножко выгнуть в эту сторону. Ну, не понимаю, как это объяснить. Здесь есть специальное... Ну, как я не могу это объяснить. Это не устройство, это так дизайн ботинка сделан, что есть ограничивающиеся тяги, если хотите, движение вашей ноги. В общем, это максимальная безопасность. Также здесь вся фурнитура, то есть все застежки, это все на металлических болтах. То есть натурально здесь болты, гайки, вот, допустим, возьмем вот эти CD Crossfire, здесь вообще болтов немерено. Раз, 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 раз. О чем нам это говорит? Это однозначно очень крепкая вещь, потому что металл, то есть предыдущие, они все, естественно, на каких-то пластиковых клепках, пластиковые болтики тоже встречаются. Здесь все суровый металл, это очень надежно, а немаловажно, здесь каждый элемент вы можете открутить. Эти ботинки стоят изначально дорого, понятно, не дай бог вы там сломали какую-то не ногу, а застежку. Вы можете их обслужить, чтобы вам не бежать новый ботинок покупать за много-много денег. Вы найдете, не без труда, к сожалению, но вы найдете обязательно ремонтную вставку и сможете этот ботинок прям самостоятельно дома у себя отремонтировать. Я считаю, что это очень-очень круто. В общем, в ботинках самого высшего класса у нас добавляется защита, помимо того, что вы можете ногу согнуть в плоскости в одной, у нас еще и в другой плоскости нога будет защищена. И крепкость, и исполнение качества в целом. Цены здесь, конечно, друзья мои, совсем другие, потому что здесь внутри еще есть специальный сапожок, который формуется по вашей ноге за счет тепла. В общем, здесь технологии завезли немерено, ну и стоимость, я скажу вам так, от 45 и до бесконечности, я думаю, можно
присматривать все такие ботинки. Однозначно, такие мы смотрим только если вы уже серьезно решили сходить с ума, катать эндуро-стадионы, подворачивать ноги на бревнах скользких и прочих корягах. Будет полезное для вас приобретение. Не скупитесь, не скупитесь. Ремонт ноги станет вам однозначно дороже. Пожалуй, мы рассмотрели все, что есть у нас на рынке в сфере мотобот, от мала до велика. От себя, если вам интересно, я скажу так. Я катаюсь очень давно на мотоцикле. Наверное, не профессионально, но по мере возможности довольно неплохо. Лично я обхожусь ботинками бюджетного класса. Вот глобально вот такого плана, потому что я не схожу с ума, я не езжу в соревнования, не прыгаю страшные бревна и прочие препятствия. Просто погонять на даче мне этого более чем достаточно. Остальное, друзья мои, если вы занимаетесь, если вы падаете, если вы рискуете, однозначно заходите в Джазмото. Из всего огромного ассортимента, который у нас здесь представлен, мы однозначно подберем вам ботинки по душе. Это был Дмитрий, канал Джазмото. До встречи!